Каспийске прошли рейдовые мероприятия по выявлению и отключению безучетных и бездоговорных пользователей услуг холодного водоснабжения. Проводили отключение сотрудники филиала «Единый оператор» совместно с экономическим отделом администрации Каспийска и правоохранительными органами. На этот раз комиссия посетила коммерческий объект по улице Молодежной, Хизроева и Ленина. Отметим, что сотрудники водоканала также проводят рейды и отключения для физических лиц, чей долг превышает 5000 рублей и юридических свыше 10. Подобные рейды проводятся еженедельно. В связи с этим представители филиала «Единый оператор» Республики Дагестан по городу Каспийску убедительно просят жителей встать на учет во избежание отключения водоснабжения и водоотведения.